то, что вы сделали за эти 2-2,5 месяца, это достаточно хорошая работа. За несколько часов до окончания выборов в предвыборном штабе Альмира Михеева подводили первые итоги избирательной гонки. Больше 2 месяцев партия рассказывала о программе кандидата, делая ставку на веб-технологии. Считаю, что наша кампания прошла ярко. Мы были особенно заметны в соцсетях и в интернет-СМИ. Выборы проходят в штатном режиме. Люди приходят с хорошим настроением. Жалоб не написано. Избирательный штаб партии «Роста» их кандидат посетил лично. Олегу Коробченко рассказали обо всех наблюдениях. Оценка положительная. Работа штаба сегодня ведется в таком 24-часовом режиме. Ведется мониторинг, активность, собирается информация с мест. Поэтому думаем, что выборы пройдут очень позитивно. А в штабе кандидата Владимира Сурчилова также активно работают с наблюдателями, как их называют, классическими. Их 1500 человек. И в ЛДПР пока не спешат оценивать работу инста-наблюдателей. У нас все люди на участках. Здесь у нас работает штаб, который координирует. У нас есть группа в WhatsApp. Вот ваше удостоверение. Сейчас все выдадим вам. В штабе коммунистов России Альфред Валиев проводит инструктаж для доверенных лиц. Нужно вопрос задавать сейчас. Активная рабочая фаза и в штабе Рустама Миниханова на протяжении целого дня. Они анализировали всю поступающую к ним информацию. Она приходит от 3000 наблюдателей. От наших наблюдателей, которые практически на каждом избирательном участке находятся, каких-то таких тревожных сообщений не было. Штабы продолжают работу до закрытия участков, а дальше ожидание результатов голосования. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Набережные Челны, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Күтілмеген қонақ күттіріп кенә интернет-селтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын ТНВ.ру сайтында қарап болады.